пару взмахов руками, и картинки на экране оживают. В цифровой памяти системы Нирвана больше 100 анимаций. Каждая позволяет взаимодействовать пациенту с 3D-миром. Чудо-установка реагирует на тень человека. Так, благодаря современным технологиям, Ирина Лясина в мгновение ока очутилась на цветочном лугу. Терапия помогла женщине вновь вернуться к обычной жизни после тяжелой болезни. У меня проблема с рукой – это лимфостаз после оперативного вмешательства, конечно, это очень серьезная проблема. Я долго с ней мучилась, конечно, и медикаментозно, и какие-то процедуры делала, и массаж. А здесь, ну, и эффект, вот я могу теперь уже сравнивать вот эту Нирвану и лечебную гимнастику, эффект быстрее, раньше и лучше я получила вот от Нирваны. Подвижность руки вернулась уже через неделю прохождения реабилитации. Один сеанс длится около 30 минут. За это время пациент проходит мини-квесты. К примеру, на экране появляется поле с норками. И нужно поймать крота. Зверек подвижный. Чтобы он попался, приходится приложить усилия. Это стимулирует активность подопечного. В результате уходит дефект моторики. То есть пациент полностью взаимодействует с данной виртуальной реальностью в связи с тем, что отсутствуют какие-то дополнительные приборы, которые ограничивают его активность. То есть он может спокойно выполнять данные действия. И в связи с тем, что здесь присутствует игровая форма, то есть заинтересованность пациентов увеличивается. Приятный бонус – хорошее настроение на весь день. Пациенты могут забыть о своих недугах и полностью погрузиться в процесс. Его, к слову, в зависимости от особенностей подопечного, могут организовать и на полу. В систему загружен комплекс упражнений на ноги. Как правило, физическое страдание наших пациентов отделения реабилитации тесно переплетается с страданием душевным. Это выражается в снижении когнитивных возможностей, эмоциональной лабильности, нарушении памяти, высокого риска развития депрессии и появления различных страхов. Соответственно, с психологической точки зрения система Нирвана позволяет уменьшить внутреннее напряжение пациента, избавиться от состояния тревожности и стабилизировать психоэмоциональный фон пациента. Нирвана появилась во второй поликлинике ЦКМСЧ в конце прошлого года. Купили оборудование по нацпроекту здравоохранения. За время использования эффект от системы на себе смогли ощутить больше 30 пациентов. На данный момент аналогов подобной машины в областном центре нет. Со слов медиков, реабилитацию такого формата можно пройти только в столице России за дополнительную плату. В Ульяновске же технологический ассистент реабилитолога принимают по направлению лечащего врача бесплатно. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.